залезла на лестницу сорвать черешни, а тут уже смотрю, птички поработали, пообгрызали часть, значит, черешня уже успела. Посмотрите, какая на солнце. Тут наверху, вон, на лестницу залезла. А тут наверху солнышко их пригревает, и они вообще все стали такие красноватые. Но это они очень мягкие, очень нежные стали. Нужно собрать, пока их шпаки все не ободрали. Так, там еще есть. И туда еще надо залезть. Ой, ты, Господи, как поместиться, чтобы не свалиться. Вот такую черешенку я нарвала. Такая вкусная, вкусная. Правда, у меня тут воришки уже появились, уже тырят. Ну да ладно. То Лана таскала у меня с миски всю черешню, теперь еще появились воришки. Завтра нужно будет добраться, там большую лестницу другую поставить. Тогда там оборвем.